Ответь на два вопроса. Первый. Где Никита юрист и его судьба? Второй. Где Саня и его судьба? По каждому отдельно. СПС. А я почему должен отвечать за других, значит, их, значит, вот эти вопросы? Почему я должен ответ дать за других людей, да? Должен отвечать. Как судьба у них, я думаю, все нормально. Да. Все нормально, со всеми общаемся, у всех все нормально. По щелчку. Так, задача и все. У всех все нормально, живы-здоровы, у всех все хорошо, да. Все нормально, там нормально, все нормально. Все хорошо у всех. И там хорошо, и там хорошо. 100%. С Никитой Игоревичем общались недавно. Вот, скоро, возможно, встретимся как-нибудь, где-нибудь в игровом пространстве с Никитой Игоревичем. Нормально, он приходил ко мне на поток недавно, Никита Игоревич. Помните, ночью тогда, когда мы играли в Валак Астория, Никита Игоревич приходил здесь, был Татань. Был, значит, да. С Хоряком тоже общаемся. Все нормально у всех. Какие проблемы, какие вопросы, пожалуйста. Ничего, каких вопросов нет. Какие, почему вопросы подобного характера задаются мне, когда говорят,